Народ, всем привет! Как всегда, я записываю ролики с опозданием, с большим, потому что сейчас очень много всяких мероприятий, на носу масленица, сейчас и концерты, в общем, все очень плотно, поэтому кое-как записываю этот влог ночью. В общем, мы с группой Добронрав сделали свой второй сольник, мы очень благодарны Федоровскому ДК, что нас приняли, а именно Изотовой Татьяне Александровне, что нам не отказали, что собирали людей. Огромное спасибо, кто пришел на наш концерт. И сейчас мы как раз-таки готовим наш третий сольный концерт. Мы пока что эти концерты считаем, потому что, наверное, первые 10 – это самое сложное. Мы в Федоровском выстраивали свет. Там, в общем, такие заморочки были. Как раз Федя, который отвечал за свет и за звук, он просто… Мы делали репетицию 6 часов, просто выставляли это все 6 часов. После этого мы приехали домой, и все, Федя тоже приехал домой. Но он вспомнил, что что-то там не доделал, и в итоге он опять вернулся. В общем, Федя, тебе спасибо огромное, ты прям настоящий человечище. Как я уже и сказал, мы делаем третий наш сольный концерт. Он будет проходить в молодежном центре «Квадрат», недалеко метро «Ладожская», поэтому приходите, мы вас будем всех очень ждать. Ну а в этом влоге вы увидите, как мы подготавливались к этому концерту. Потом, как я уже и говорил, сейчас очень плотно, будет масленица, мы репетируем и со «Славянским хитом», и с «Камеей». В общем, здесь все-все-все. Я постараюсь это как-то все интересно разбросать. И спасибо всем огромное, что вы смотрите. Ставьте лайки и оставляйте обязательно комментарии. Ну вот мы и в Федоровском. Помните, мы здесь уже как-то раз выступали с Добронравом, и сейчас у нас, вернее, не сейчас, а 11 числа, то есть завтра, у нас будет сольный концерт наш. Я надеюсь, что наберется здесь народ все-таки, потому что здесь небольшой зал, но очень прикольный. Федя, как всегда, нам помогает в этом, нам предоставили зал. В общем, первый раз мы в таком большом концерте будем делать наш сольник. Никита Николаевич, пожалуйста, ваш микрофон. Скажите, пожалуйста, это у них первый? Ваш, вот. Вот первый номер, да, пожалуйста. Да, да. Ну, пожалуйста. Красотень. Сделай, пожалуйста, шаг назад. У нас такой цвет? Как смотрится, ребята? Вообще круто, да? Как мультики. Как мультики. Ну, вообще классно. А вот отсюда говорят чертики. Я представляю. Ну-ка, давайте послушаем, что же они говорят. Я Паша, я красивый. Я Паша, я красивый. Люблю себя, я Паша. Я Паша. А вот с другой стороны тоже есть монитор. Здесь говорят ангелы. Давайте послушаем, что же они говорят. Паша, молодец. Ты идешь правильной дорогой. Парни, как вам? Дорогие друзья, мы всех очень рады приветствовать на нашем сольном концерте группы Добронрав. Друзья, завтра у нас состоится наш сольный концерт, поэтому приходите, мы будем очень рады вас видеть. Поддержите нас и приходите. В общем, идут репетиции и со «Славянским хитом», и с «Добронравом», и со всеми, со всеми. Совсем недавно, кстати, писал еще аранжировку.
нам новую для Добронрава. Поэтому скоро у нас небольшое пополнение в наших песнях. В общем, следите и приходите на наши концерты. Мы будем очень рады вас всех видеть. И уносят меня звенящую снежную даль. При белых конях, эх, при белых конях, декабрь, январь и февраль. И уносят меня Россия. Эй-я, гармонист молодой, то есть я, от души старается над речною волной. Здорово играется. Ох ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка да без петрушины. Ох ты, Маша, моя дорогаша, мимо будешь и ни слова не говори. А у нас... Здрасте! Масленица. Здравствуйте. Полная масленица. Масленица на носу. Дорогая, кто у нас? Ну, кто угодно. Вот так вот масленица, к масленице, вернее, готовится наша замечательная группа «Камелия». Пусть она в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу за Россию, за мою. Роза, глянешь без мороза, только я осинушка, да без ветрушу бишь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Ну как тебе похожий репертуар в камине? Знаешь, очень индивидуально подходит к нему. Индивидуально. Я к тому, что реально. Вот как вот этот не запутаться? Мне кажется, что надо... Просто надо учить. Да, безусловно, вы очень правы. Короче, Никитос, надо реально петь по одному варианту как-то, я не знаю.